17 октября в городском доме культуры прошел зональный смотр конкурс художественной самодеятельности среди органов внутренних дел Брестской области. В конкурсе участвовало 7 команд. Продемонстрировать свои творческие способности приехали сотрудники Барановичского, Ляховичского, Березовского РОВД, а также коллективы Барановичского ГУВД и Барановичского отдела внутренних дел транспорта. Каждая команда продемонстрировала зрителям свою программу. Со сцены звучали песни, исполнялись танцевальные номера. Команду Ганцевичского РОВД составили Сергей Матусевич, Олег Тихон, Марина Радюк, Алексей Крисюк, Эдуард Ленковец, Николай Рабцевич, Владимир Стрижич, Николай Рылко и Максим Лелес. Всем составом под аккомпанемент аккордеона и скрипки они исполнили украинскую народную песню «Ехали казаченьки». Марина Радюк исполнила песню из репертуара Ани Лорак «Я вернусь перелетной птицей». Трио в составе Олега Тихона, Алексея Крысюка и Николая Рылко исполнили песню Юрия Антонова «Мечты сбываются». А исполнением песни Николая Гнатюка «Зорька алая» трио сорвало бурные аплодисменты в зале. Зорька.